Лепшие выканаўцы и творчие коллективы установ профессийно-технической и средней специальной эдукации выступили на гала-концерте областного этапа фестивалю арт-вакации у Гомелі. С подробязностями Ганна Каральчук. Вокально-инструментальный ансамбль «Трибьют» удельничает у арт-вакациях у першиню. Четыре хлопца и девчина с Жлобинского державного профессийно-технического колледжа объединялись у гурт только год назад. После их выступления тяжко поверить, что все яны – аматоры-самовучки, а кроме солиста Алексея, который играет на четырех инструментах. Специально до конкурса молодые люди написали свою первую авторскую песню «Сон твой». Да, мы самые простые ребята, которые собрались воедино и творим музыку. Все просто. Собрались, нужна была, точнее, поставлена задача, что нужно отыграть достойно. Ну, с ребятами все выполнили. Просто после учебных занятий собираемся вместе. Это не приносит нам никакого убытка, только пользу. Получаем удовольствие от этого всего. Фестиваль проводится раз у два года. Сёлета арт-вакации просветили 75-й годовине вызволения Беларуси от фашистских захопников и году Малой Радзимы. Индивидуальные выканаўцы и коллективы споборничали у хореографичным, вокальным, фольклорным, инструментальным и театральным жанрах. По передних отборочных турах приняли удел больше за 5000 навученцев, которые представляли 51 установу профессийно-техничной и средней специальной эдукации в области. Тысяча из них отримала шанс выступить перед республиканской комиссией на трех пляцовках – танцевать, инструментальные и концертные. Самым массовым номером стало выступление навученцев педагогического колледжа имя Выгодского. 460 человек разом выканали твор «Пшаница золотая». Подчас гала-концерту лепших узнагородили дипломами и призами у специальных номинациях от громадских объединений, профессийных союзов и предприемств. Мы рады этому, что мы начинаем, потому что за последнее время дважды Гомельщина была отмечена высшим на высшей наградой гран-при арт-вакации, и мы уже дважды получали этот гран-при. Гомельчане не собираются отдавать свою награду и надеемся на то, что мы также хорошо сработаем и в этом году. И хотелось бы, чтобы мы получили еще раз и еще третье гран-при. Финал арт-вакации отбудется в мае. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».